Приветствую вас, коллеги. Я знаю, что мои видеоролики смотрят люди, и даже порой бывает, что встречаешь людей, и тебя благодарят. Вот спасибо, благодаря вашему ролику мы посмотрели, там забор так сделали. Было у меня два раза благодарили, что там американскую штукатурку наносили. И в данном случае я хочу показать очень интересный дизайнерский ход. Это детская комната. Я думаю, кто-то из людей возьмет себе это на вооружение. Может быть, кто-то захочет, кому понравится, тоже себе так сделать. Довольно неплохо, очень интересно, очень необычно, поэтому показываю. Вот детская комната. Такой вот потолок гипсокартоновый. И цветочек. Там с выемкой идет. Внутри вот эта зеленая лепестки и стебель, это покрашенная. А по бокам это обои. Вот такой вот потолочек. Очень такие приятные светлые тона. Тоже мебель заводится детская. Довольно симпатичная. Вот такая дизайнерская задумка. Берите на вооружение. Все, всем пока.